Всем привет, и сегодня утром приехал победитель Mazda CX-7. Ну, они, конечно. Да, по-любому они. Здравствуйте. Это я. Садитесь сразу наперед и поехали. Вы назад. Хорошо. Настоящий. Ну, как бы, да. Рассказывайте, пока едем, тут недалеко ехать. Вы откуда у нас? Мы Республика Башкортостан, город Нефтекамск. Ага. Ну, сам родом я рядышком, там город Игдель небольшой. Угу. Но живу в Нефтекамске. Хорошо. Теперь расскажите, как давно подписаны на канал сначала? Так, я наткнулся на... У вас была Mazda 6. Вы ее на Новый год разыгрывали. Моя Mazda 6, да. У вас какой-то тоже блогер вроде бы. Рекламировал. Где-то прорекламировал, да, вас. Угу. И вот через него я вышел на вас, потом увидел, что у вас там лайфхаки есть. Угу. И начал смотреть сначала, да, не подписывался, и потом что-то меня... Потом была машина какая-то, меня прям заинтересовала, BMW вроде бы. Была белая, была. Да, вот после нее прям я так загорелся, и вот тогда я вроде бы первый раз участвовал. Ага. А сколько всего раз? Ну, раз пять. А, всего раз пять? Шесть, да. Ну, я как бы такой человек, прагматик, наверное. Больше. Я такой смотрю, если машина мне нравится, ага, то только тогда я участвую. Там вот, ну, логично, машины, логично, конечно. Вот вроде бы на Volvo я выиграл 3000 рублей. А, ага. Тоже S80 была Volvo такая, прям мне зашла она. Ну, которая заходит, я участвую. Ага, ага. А вот как бы, ну, 14 там гранты, я как бы стараюсь. Ну, понятно, понятно. Хоть все равно что-то попытать шансов больше. И вот, наконец-таки. Ну да, я вообще прям Mazda, вообще даже как вариант никогда в жизни не рассматривал этот CX-7. О, классная тачка, тем более, ну, полный привод это вообще. Я даже не интересовался, а потом вот после того, как... Вы сейчас проедете, вы просто обалдеете, насколько там круто ехать, действительно. Это прям очень хорошая машина, очень хорошая. Так, сейчас мы встанем сюда. Вот место, кстати. Да, это ваш вещевой рынок написано. Да, я уже изучил все. Все верно. Что, выходим и поехали? Смотрите. Да, да. Вот, друзья, сейчас выйдет. Вот. Нажми, да? Так, на японцах любят они. Да. Всегда мечтал вот такие пороги иметь. Кстати. Да? Вот как ваши ощущения? Не знаю, я пока еще этот... Не понял. В тумане, да, наверное. Обалдеть. Ну, ноги вот дрожат. А что, давайте сразу сидите, не вставайте. Сразу подпишем договорчик. Вот такая, на колеса. Да, у нас там все в запасочках. Сейчас, секундочку. Что больше вам поверилось, так сказать? Ну, я не знаю. Так, во-первых... Меня до последнего говорили, это развод, не верит туда. Так, это вы говорили, жена не верит, да? Да-да-да, у меня супруга. Не, я говорю, пока во дворе стоять не буду. Да? Так, держите, СТС, ПТС ваше. Давайте два договора, один нам, другой вам. Блин, опять не на чем расписываться. Каждый раз забываю. Так, сначала для нас распишитесь. Вот. Давайте тут. Широченный подлокотник. Да. Смотрите, подпись, расшифровка. Значит, жена сказала, что вас тут обманут. Да? Ну, не только, она как бы старается как бы верить. Ага. И хочется, но все равно же пока наяву это все не потрогаешь. Ну, конечно, конечно, конечно. Кредит никакой не брали. Я надеюсь, что все. Ну, я вас давно смотрю, и вот почему-то все время думал, что вот у вас я что-нибудь выиграл. Да? Всегда вот так. Прям Шкода у меня там была. Прям так я мечтал. Это Шкоде у нас земляк тоже забрал ее. Да, да, да. Кстати, вот и, этот. Кстати, Honda Civic тоже мне понравилось, но я не успел на него поучаствовать. Который Шкоду забрал, он вообще много-много чего выигрывает. Постоянно. Ну, уже. Не знаю, участвует он сейчас? Да. Да? Все время участвует. Он много чего выиграл, да. Он по-любому, может, смотрит это видео. Привет победителю Шкоды.
Так. Все, поздравляю. Машина полностью официально ваша. Никакого обмана, все четко, честно. Вонючку повесил вам новую. И смотрите, такая вот новая акция. Дарю вам, даю 10 вонючек, но вы обязательно обещайте раздать их друзьям и близким по одному. Мне вкусно, я себе оставлю, можно? Нет, 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 только раздать каждому по вонючку. Можно оставить. Ну, одну вонючку. После этого точно у вас прибавится. Вот, так что как-то так. Очень много родственников и прям, да, ну не может быть. Да. Я говорю, я поехал за машиной. Что за машина? Они думают, что я покупаю. Ага. Я говорю, да нет, дарит, говорю. Да, иди отсюда. Ну, конечно, конечно, я верю. Понятно. Нет, все честно, все четко. Все, сейчас надо как-то этот... Знаю, взять себя в руки? Смогу я ехать вообще. Хорошо. Так, смотрите, давайте выйдем, с документами сфоткаемся. Конечно. Вот, и скажете пару... Ручку. Да, пойдемте. Договор собой взять. А вон хотя бы ПТС, СТС. Это давайте договорчик сюда положим. Ну что, скажите, пожалуйста, пару слов будущим участникам, подписчикам. О, сейчас я ничего не говорю. Кто-то кричает. Нет, конечно, подписчикам участвуйте, это все правда. Я сам вот добирался 2 дня, на последнем не верил, пока сидел вот в здании. Да, да. Все, ждал, последнюю минуту вообще длились, не знаю сколько. Мы сказали 10 минут, это, наверное, было. Да? 2 дня. Просто победитель приехал в 6 утра, да, но я был в другом городе, сейчас уже почти 10 часов, это получается 7-8. 4 часа меня ждал победитель, вот я раньше не мог, как только смог, поэтому так долго. Главное, да, верить и участвовать. Всегда участвую во всех розыгрышах, не жалею. Стараюсь. Угу. А вот человек, вот всегда вы вызывали доверие. Спасибо. Вам спасибо, вам спасибо. Вот, друзья, как-то так. 1500, да, билет стоил? Да, один билетик. Мазда досталась. Даже не смотрел, что за машина. Да? Просто? Просто увидел номер и решил сразу. Обалдеть. Тачка за 1500, все честно. Все честно, друзья. Вот, смотрите, тут и сезонка, липучка. А в салоне еще комплект летней резины. Поэтому ничего покупать не придется. По обслуживанию через 2500 поменять масло. Масло, любая синтетика, она вся смешивается, лишь бы оригинал был. Все. Заливать бензин. Дизель. Она бензиновая. Вот. Поедете, офигеете, как тут комфортно, круто ехать. И еще тут хорошее проходили. Потому что полный привод. Я уже насмотрелся. Сейчас да? Поезд ехал, 2 дня разрешалось. Да. Как она гребет. Действительно, очень хорошая тачка. Какая у нее динамика. Да, да. Тут 2,3 турбо вроде бы, если я не ошибаюсь. 20, да. 38, да. Да. Вот. Как-то так, друзья. Все, наверное, будем вас отпускать. У нас невероятно тоже много работы сегодня. И все, все. Как-то так. Как-то так. А мы только будем снимать, как уезжаете, и как приедете, сразу на учет машину. Вот. Это машина с нашего города, я как бы обещал, чтобы он снимал. И... Короче, ждем вас, кто не поставит. Все хорошо, спасибо. Да? Да. Все. Быстро и просто. Смоги, не смоги. Так, покажи сразу, где свет. Сейчас, сейчас заведет. Так, заводите, сейчас покажу все. Так, смотрите, вот свет, раз, два, ага. И так выключать, ну, так выключать. А о, да? Да. А, ну все, тогда. Ну, сейчас нажал на ручник? Нет, я нет, не нажимал. Сейчас он не на ручник. Так что как, все, все хорошей дороги, до свидания. Все. Спасибо большое, до свидания. Я понимаю, сейчас поедете. Так, нам выезжать туда, да? Ну так, туда. До свидания. До свидания. Так, обязательно надо пристегнуться. Не забываем про технику безопасности. И все. Победитель в полном шоке, друзья. В полном шоке. Во полнейшем. Все, пока, Мазда. Не, реально классная тачка. Повезло ему. Все, пока. Пошли. Пойдем.